Так, чё там, парни, давайте. New Cover Pass, Cobble Inferno остался у нас. Может, Петрику будем лосиков за 1500 рубчиков писать? Без ответа. Что-то Юра подзалив чат, там так жестко. Мониторим происходящее. Говорят, что жестко Петрика щемлю. В смысле? Объясню одну простую вещь. Ты... Но. Все. Зато сколько побед, Петрик. Такого, наверное, никогда не было. Что еще тут сказать? О, бля, пацаны. Это он работал, только в розетку никто не ставил. Свежесть. Это Петрик с телефона. Да. Петрик бог, потому что одновременно закатку апает два аккаунта. Только на втором Леха 40 прайм. Это была неправда. Надпись Matchmaker Unavailable, что не впечатляет меня сейчас. В смысле? Желтым еще написал. Я такого еще не видел, пацаны. Ну, а может, попробуем заново запустить? Давай. Давай. Connecting. Как-то твой тайм 25 секунд. Может, с дотку? Можем фейсет пойти какой-нибудь? Да, давайте фейсет. Омерзительная пятерочка врывается в доту. Да, я на дазле. Что, заходим в фейс? Угу. Все окей. Потому что там матчмейкер не работает. Эх. По фейсу у нас есть в друзьях все. Я с каким-то штрихом. Это ты, Петрик? Что это штрих? В шапке, да. Новогоднего. Да, там, бля. Но мы с Петриком уже в команде нормально. Скинь TeamSpeak свой фейс с Юра и Костя. Кого скинуть еще раз? Ну свой TeamSpeak. Ссылку на свой аккаунт. Фейс, да, тебе кинуть. Прям TeamSpeak. О боже, какая у Петрика фотка. Блять, ну... Твой респект. Костя, у тебя 100 запросов, друзья, удали кого-то, и я тебя отправлюсь. Давай. Дай ссылку на свой просто, я тебя сам добавлю. У Петрика 6 уровень. Молодец. Лёх, только тебе надо будет, походу, под своим аккаунтом заходить. Да я уже зашел, все поменял. Костя? Что? Добавь меня. А че у меня шестерочка, если была семерка? Не играл, может, давно хуй. Та-та-та. Костя, добавь меня на фейсе, тебе, пожалуйста. Да-да-да, сейчас. Блять, там порой 50 символов просто кого-то. Не-не-не, это... Юра, прими на фейсете. Я ж принял. Нет. Ты отказался. Я от Петрика отказался. Так и написали. Все, Петрик отправил. Отказался. Дал инвайт тебе. Я
Я 800 Костя, Костя, прими приглашение. Что интересно? Какой у тебя рейтинг? Костя, я 6-й. Моешь руки после каждой чипсины? Я? Нет. Да это просто ворвался какой-то хейтер, начал, короче, мне предъявлять, что я типа руки не помыл после чипсов. Что это такое? Он мать моя или что? А вы знаете, что на ламповых китайских стримах считается максимальное уважение, когда, точнее, зритель в экстазе, когда стример на публику, ну, хавает. Ну, значит, я просто источаю респект. Просто ты, ну, у тебя азиатский контент. Да, у меня азиатский подход. Так, у нас все азиатки твои. Петрик капитан. Ого, да. Страйка восьмерочка, откуда, чувак? Это не ваг. Два десяточки. Забустили? А потом поиграл со Свэмом. Да, чё шведский-то сервер забанили? Ты выбрал Нидерланды? Ну, против нас три немца. Против нас? Да. Убирай Петрик, 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 убирай кэш, пожалуйста. Петрик же за дедов. Оверпас минус не. Я не ручаюсь за него. Да давай, может, сыграем, чё? Ну, типа, просто по фану. Может, ну, если по фану, то да. Версту седьмое, блин. Запните. Кстати, Петрик, видишь, что теория ну, есть. Сукоба. Страйк понимает, что Петрик его заметит в будущем, вот и щемит. Чтобы вы понимали, я привел эту дичь в звездную серию. Так что, зачем мне приводить, а потом... Я тебя убью? Да. Зачем мне бояться того, кого я привел? У меня рычаги влияния на Петруча. Сервер есть. Так. Ну, почти есть. Или есть. Ну, дезинфа от Петра. Обычно, это Петру. Ставьте сердечки в чат, кто поддерживает Петрика. Ух! Какого хрена нюк, если мы инферно начеркали? Можно так убрать? Инферно есть, кто тебя лагает. Инферно. Отдуплитесь, отдуплитесь. Привет, Valve. Ебан, мать твою. Ну этих мы вообще изи отвозим, по идее. Ну почти ботов всех убил. Да. Слушайте, меня дропает. Что за дропы? Если у тебя, то у нас у всех дропы. Net get walk. Just open your console and set joystick 0. Как, блять, он у меня вообще. Хватит на джойстик играть. Заподозрили читера на джойстике. На самолет он так вот штурвали. Работает! Пропустили, суки. Где? У нас курятники. Инфа на разминке. На респе. Пасать. Слева на респе, фан. Да. Костя с такими да. Разбирается налегке. Изи. Костя с курочками в курятнике разбирается быстро. Еще одна звездная шутка. Ту-ту-ту-ту-ту. Меня убил бот Трой. Yeah. Скажи, он жесткий. Вот. Бот ли Трой или нет? Трой или не бот? Забрал. Значит, бот. Yeah.
Ху! Что ленивые пацки такие? Они не зайдут. Да зайду. Лёха такой. Там просто два бота до сих пор. Так это, блядь, нажал и пошел курить. Всегда. Так. Стрелы смотришь? Кто? Не. Кто все-таки? Один гостям тут. Медля слева. Вот эта инфа на вармапе поехала. Чувствуется подход серьезный. Видишь, без инфы ты не можешь убивать. Да, что же теперь делать? Открывать нижнюю вену. Ого. Да что за звук был, это только у меня. Это из фейса. Минута осталось. И мы заново ищем. Ну. Опа, зашел. А ладно. По звуку. Левка. Левка. А левка. Ребята, ножи. Тащим. А сабли, блядь, собрались. Ну давай. Тим Петрик. Оу. А, Тим Петрик, сосать. Там уже, от тебя уже веяло на трейне холодом. Так, пацаны. Вырублю. Кто не пошел, тот лох, да? Бля. Оу. Где, блядь, последний? АФК, может? Все красные у нас. Стоп, 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 стоп. Вот он, КТ. Ну, Петрик снова разобрался с ним. Петрик не прощает. Мясник Петрик. Давай за КТ, Петручу. Свинич напишите. Петро. Подожди, дай кэп соберется. Так. Прославляем знамена Тим Петрика. Петрик, напиши свинич. Петрик, ну 40 секунд. Вот это вы, конечно, психованные. Так. Давайте два на главке стреляются и три на банане. Ну, с банана, да. Но я А. На главке. Okay. Я на банан. Давай тоже на банан. Лёх, ну у нас агейминг на главке. На Б плентя нубчики. Можешь поджать по 8 даже. Если не боишься. В яме двое. Бананикова! Че ты скрылся? Нет, там дохера. Ну там двое, блядь. Мы стоим? А вы жмете, парни, сразу же. Там... без коммуникейшн. Нас, конечно, на гейминг отыграли. Чё вы убежали на РС? Мы прессуем. Это раунд, когда зажимается с двух сторон. Что ж не сказал. А зачем втроем холодить на Б? Если мы стреляемся на главке. Ну ладно, не поняли. Да, чуть-чуть не срослось. Мы просто не играли в гейминг. Третьего давай, костя. Глобал. Библиотека щипцы. Успею. Уноси их просто, уноси, Кость. 400 баксов. Это, кстати, то нормально. Есть в этом раунде вы должны были держать под напряжением мидл, а мы должны были пушить с банана в яму? Должны были пушить даймонд. А что же не сказал, ну серьезно? Ну типа, я думал, ты просто... вы просто с хаосом будете типа стоять, стреляться с мидом, чтобы не, они пошли на нас на троих и все. Есть такая штука, называется понимание. То есть оно либо есть... Ну, я просто понял, что надо объяснять до конца. Я в следующий раз объясню, сори, парни. Да, давай. Я стою на А теперь. Да, хорошо. Я под Б играю. Ну, с Федей под Б. Федя, ты опорник. Прости, или пожалуйста. Я хлопующий? Окей. Под Б есть две ХЕ, три ХЕ. Б аркада, скорее всего. Сами же молот отдали. Мидл, а, это наш. Вышел молот, тип. Один на втором мидл. Еще зашел, Ирец. В арку к тебе. Бомба, церковь. Один церковь заходит еще со стороны Б.
церковь тебе зашел. Минус 70! Минус 70! Возле коту был. Ай-яй-яй, как близко. Забери этого лоха. Я пропушу второй мид. Ой, а есть ТЗшка у кого-то? Костя, дай ТЗ, пожалуйста. Надо было говорить, у меня ФСН. Ай, ладно, уже пофиг. Бери по 250, короче, Петрик, и все. Да, я взял. Так, они взрывали, не выбегай. Опять взрывают. Мидл ХАЕ. Ой, там чекается деревяшек. Мидл выходит. Вышел мидл, убил меня. Вышел дальше. Один на банане был. Я слепой. Он на лонг пошел, да? Да. Два под Б. Чими. Халява залетел. Еще один там справа, да. Костя на инферно, как рыба в воде. Ну такое. Как Ленин на памятнике. Мертв. Че, хотите суперклатч? Расстрелял его. Конечно, конечно. Или калашик. А, забайтили. Вот, вот здесь на самом деле нет. Кто ж знал. Забайтили. Костя, дашь авик? Я с арки. Да, если ты мне давай сдашь. Так, а, у тебя такая, где? Типа, М-ка? Есть флешка. Блин, там донатят и донатят, пацаны. Спасибо, пацаны, за клатч. Спасибо. Сейчас все прочтем. Так, не выбегаем. Дали молотов, дали молотов. Фи, они. Фи, ну... Так мы же не выбегаем. Как ты в проходе становишься? Я не могу кинуть гранату даже. Понял. Не надо, не надо. Тут есть. Один-двое тут. На лонге? Я смотрю мидл и бойлер. Топ это близко. Я бойлер не смотрю теперь. АВП на Б. Будет открываться. Федь, тебя скорее всего видит. Я стянусь. Под Б двое! Ты видел это спрей? Двое на Б вышли. Понял, мне под тебя надо играть очень агрессивно, если так. Да, скорее всего зашли. Хорош. Бомба-мид, бомба-мид! Минус. Бомба-мид, бомба-мид. Библа лаз, да? Не, непонятно. Не-не-не, не библиотека. Библиотека это змейка. Крафтер, как это называется. АБ. Где бомба? Надо бомбу не отдать. По идее, была на втором миде. Я просто кавры за... Не-не, бомба на втором миде, да. Я в песках. На. Идет на шорт. О! 90 снял. Да. Это, Петрик, все твоя М-ка. Да. Под Б мы плохо сыграли. Еще обосрали в чате. Есть мидл топ. Один ложный, да. Под Б есть. На машине уже. Еще 8. Заходит в главку двое. 8. Ну там бомба она была. Это полтора. Кость, на главку стянись. Не, что мне там делать? Я один там... на банане топает. Флешку дали. Молотов дали. Выходит сейчас. Б заход двое. Катушки за дефолтом. Что, вы сейвить хотите? Так ты один. Ну, сейви, сейви. Подумаю. Сейви.
Хорош. Good job, Костя. Время первого фрага, Лёха. Да-да-да. Лёха, что ты покупаешь? Я главку от стрелы попробую, парни. Я тогда на Б пойду. Окей. Дам хаешку в дали. Я ковры отыграю за Костю. Они молотов откинули. На главку чел. Там дым мой. Лёх, смотри выход с дома. На машине один или два. Так, вот сейчас дым развеется, буду смотреть главку. Я в песках закрыто стою. Смотри ковры. Близко на Б. Раскидывай дым на КТ. Жить. Хорош свет. Хорош. Авик, авик, авик на банане. Последний, последний авик на банане. Что, пропушим его? Найс. Хорош. Хорош, Лев. Не превратился в агента, блядь, а был бы. Там у них есть потенциальный. При том, что они 5 раундов выиграли. На него аватарка такая. Они взрывают обычно банан сторону. Я попробую близко. На дровах. Не пошли. Убил бойлер. Там дым, там дым. Еще бойлер, я пропускаю. Вышел в шорт. Давай туда встану. Окей, окей. Там уже на А вбили всех. Так, стянись, стянись на. Пытаюсь. Там фла накидывают. Ну я съебался, показал, что ушел. Еще на, двое. Ай-яй-яй. Бомба на. 2-8, 1-А. А вам накидали флешек? Я белый был вообще. Я бы тут лап. Плантя. Мидл убил. Я стрельнул, я побежал обходить. Здесь АВП бесполезно. Какая яма. Большие пес. Блять, пески и плент. Просто надо уходить на сейф. Да, поздно. У нее агент зато. А, слушай, я думал мы 2 в 1 оставались. Я думаю, какой сейф. Не, мы 2 в 3 были. Я думал мы 2 в 2, да, это так, сделал. Давайте брать. Я авик возьму. Авик возьму и давайте брать, да. Чё, так ты если хочешь на Б стоять, Юра, сказал. Нормально, нормально, нормально. Чё-то не давали, они дали молотов на банан. Давай тут посижу. Ковры. Минус. Близко 8. Ты слышал кого, Федор? Нет, не слышал. Я ушел. Окей. Я в коврах. Я слепой. Дядь, ты сам. У тебя смог, да? Или это твой? Да-да, это мой смог. Авик где-то на банане был. Коль на главке есть. Ты шорт пропускаешь, отлично, да? Отлично сидите. Может тут авик быть, Кость? Да, я не пушу. Есть флешка, в принципе, если хочешь. Ты знаешь, что он там? Ну, на дровах. Нихуя. Главку заходит. Я тупо в ковра на последнем, а мне маг. Банатип, он один. Ковров нет. А Б не проходил. Один лонг пошел. Да. Два на Б. Блять, ну меня с двух сторон. Зашел в КТ просто. 8 секунд, Костян, живи. Хорош. Хорош. КТ последний будет. Время, время.
Живи просто, да. Хорошо, лучший костян. Изи! Вот так вот. Хорошо. Не жесткий. Могу тебе дать авик просто. Давай. Так, там надо сейчас под Б, может быть, заагрессировать их. Я делаю аркаду, который у меня рез. Никого на банане. Еще в яме был. Я релот. Второй мид. Коврик зашел. В яме двое. И один второй мид. Один близко к банану. В яму еще. Хорош. Хорош. Кольт у него. Есть дроп? Да. В итоге это дропа, заебись. Тупо из-под носа увел. Мы заказали банан жестко. Дал флешку. Мид флеш. Убил его. Стали смок на лонг, проходят шорт. Хорош фит. Там же ави какой-то присел был из ямы. Может скаут. По-любому. Ковры, не надо больше. Лезь. Блять. Один спрыгнул большие. Он всего один, он один. Это последний. Вдвоем сыграйте, ну. Нет, десятки. Живи. Ави где-то вон, пизду. А бомба где? На втором где-то бомба была. Тут, на. А, так давай сядем на. Да. Я убил типа с бомбой. Против кого играют? Против рандома с фейса-то. Почаще табуляцию. Да там и так понятно кто. Бог. Сейчас зайдем. Возможно с бомбой, я что-то ее не увидел в коврах. Не, была бомба, у тебя была бомба. Ну я тоже думал, что у меня на 100%. Топает, на, ставит на. Ставит бомбу, фейк, надо не дать. Он фейк был. Хорошо. Ванчик, квадро килл, блядь! Есть же! Я бомбу не нашел, он нашел, лол. Я слепой, нет, убивает. Опять закидай банан. Двое банан. Бегут банан. Будь здоров. Еще флешка с банана летят. Хорош. Раскидали бомжей. Там хаешечки первые так залетели красиво. Да. Бомжи сгорели. Сгорели на бабленте. Там такой тип с одним фрагом сидит, конечно. Соточка пинга, один фраг. Еле. Лёху нашел он, да? Опять, 5 банан есть. Я стянусь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Окей. Пычок близко подложим. Ковры! Наверное, пойдет пушить дальше. Да, пора прекратить это лезть. Но мид никто не проходит. Ковров разве что тип мог выйти. Да, уже на, тип ковров. Я набегу с Б. Еще один красный с хедом. Один же на шарте. На двадцатке. Я библия. Давай, сейчас надо убивать. Минус дефолт. Последний. Боба на. Ковры возможно быть. Большие пески, минус. Ой, хорош. Жесткий клатчик. Ты какую-то хуйню поставил.
Вы обращали внимание, какие тут прикольные стенки? Такие круглые. Объемные. Обсудим этот вопрос. Анализируем. Хорош. Ковры. Яма. Ковры убил, яма ласт. Блять, в дыму, по идее. Так, яма. Ой, да, блять, сука. Не то подумал. Хорош, блядь. Так, ну неплохо, камбэк с 6-1. Но Б перестали сосать и все пошло. Начали просто более агрессивно играть. Я пушу мидл. Я слепой. Под Б. Закидали, я слепой. Яма метро. И ямать. Но шихна убивает. Один на главке зашел, уже проходит зелень. Возьми, блядь, пропрыгнул. В арке, хорош. Библа один. Это Б? Да. Нет. Плунти один. Песков точно нет. Я, сори, промазал дважды. Последний раунд. Дайте авик промажу еще просто. Да, дал. Лех. Да, сижу. Дайте мне девайс тогда просто. На, бери. Фольт надо. Не, я закидабаном. На медле уже флешки. Давай подзакроемся. Давай флешбойлер. Сам врываешь. Никого нет. Двое в медле. Под Б было флеш. Он один только. Б должно быть. Убил дом. Еще один. Второй мид, походу. Под Б минус 22, заходит на Б. Нет, не заходит. Да стянись, синий, давай лонг возьму. Это Б. Один метро! Да, нет. Б минус. Медли один. На банане топает один. Шорт прошли. А, заходит. Хорош, Кость. У вас бомба. Потому что у вас бомба. Бана. Живи, Федя. Под Б. Найс. Изи катка. Камбэк. Так, смотрите, в пистолеточке давайте сделаем следующее. Бежим все по ложному. Чем? По ложному. По второму? По второму, да. Бегаемся в дом, двое выходят с дома, три с ковров. Или три с ковров. Три с дома, два с ковров, да. Да, Лёх, у нас же так было. Да, Лёха в трансе боевом. Это тоже за 1.6 заготовка, да? Конечно. Вот это да. Работает. Классика не стареет. Блядь. На ноге или что-то? Да, не останавливаемся. Бойлер. Они спалили движуху. Как надо до души. Яма. Да, сейчас пистолет. И библа. Яма и библа. Да. Яму убили? Nice. Да, пески да. Убил, точнее. Только быстро 7.20. Спина. Уешь. Душим его хорош. Планте, ласт. Слева. Можно уйти. Бомба внутри, правда, лежит. Вот.
Он без Патриков. Так, один патрон. Привоз. Зачем? Да, ну он 3-1 взял и что такое. Не, куча времени. Да ладно, согласен, я дурак. Конченый дурак. Да перенервничал все дела. Так я это не да. Я нервничал, я хотел его с одной убить, но он не попадал. Блять, ты Кримс или что? Кто такой вперед? С одной, говорит, Кримс себе две оставлял. 24, ты выстрелил 23, я хотел убить с одной. Ну так. По Лёшиной стратегии. Парни, есть раскидочка, надо на Б зайти, да еще. На машине тип. Не разбегайтесь, чего вы бегаете? Успокойтесь. Два пуза, два пуза. Да, не просто пуш. Двое. Парни, сядьте, успокойтесь. Куда сразу бежать? Много ли в инфы у нас тронуть? Слышно ничего, потому что мы повабаним. Погнали с ковров выпрыгнемся. Жмем через ковры. Двое в дом пойдут, а двое-трое на ковры. Смотрим по ситуации. Попробуем бомбу поставить. Бомба. Ковры убил. Ух, еще ковры. Близко. Давай. Хорош. Раш ТБ-чо как первый раз. Да это вот как-то дефолтно, видишь. Там двое. Не хотим мы особо дефолта играть. Мы же про. Ну одного убил. Там энами бомбит за вармап. В смысле, что 4 фрага? Ну, бомбу поставили норм. Петро, ты что вообще выключил? Лёха там вайнул. Что не А у нас 3 через второй бежит. Такие красавцы, пацаны. Так ты ж капитан, ёпта, чё ты забил? Да не, я не прав. Я слепой. Опа, молоты мечты. Блять, они на Б выкинули все гранаты. Ну в коврах тут никого вообще нет. Давайте ждём. Они агрессивно под Б сыграли, окей. Да, ну так, как и сделаем. Дал дым на 20? Да, АВП на пленте. Он не на пленте, он в коврах. Он на балконе был. На балконе осторожно. Короче, там 2 на Б, скорее всего, или 3 на Б. Мы найдем и куда? Нычки был на 55, ушел на... АВП на 20. Он в КТ пошел. Можно сыграть вместе. Так, что по донатам? В упоре тип. 75 рублей. Все, Авик от Александра еще 25, то есть всего соточка на пивасик и на сухарики. Спасибо. Александр, ты клевый. 900 рублей за день. Сегодня посидим. Он на UMP-шку, но скорее всего он поменяет. АВП на 20 походу, хотя вроде же один умер там. Так и армора или бай? Эти, они играют сейчас типа постоянно втроем на банане в начале. Они закидывают все гранаты, нам туда соваться вообще нет смысла. Можем только хаешки им навстречу кидать. Погнали быстро, ложный выйдем на главку, да и все. Что делаем? Мидл. Так что разменивать? Давай я тебя буду разменивать стеком. А. Ковра есть. Хорошо. Банан убил. Ставлю в угол за ковра. Ковра осторожно. Он один. Все, ласт ковра. Хорошо, парни. Бойлер. Я в медле его жду. Ого,
Волшебная музыка. Счет Александра. Спасибо. Да, донаты все летят, спасибо, видишь. Жири. Дроп Мавик. Так, смотри, Петрик, хаешечки давай закинем на банан. Две хае, типа, об уголок. Я главку контролю с Авиком. А есть флэш? А есть подсадка, Петрик, ну-ка сядь. В окне тебе нет? Не-не. В коврах один. Пацаны, то я ж тут. А, ты, ну все. Подождите через Авик за контролем. Закончится дым за контролем, парни. Пистолетами? Дал флэш на главку просто. На Б пойдем или на? Да, на Б, на Б, на Б. Я через Авик за контролем. Правда, хуй узнать, куда тут смотреть. А по бомбе шок, Ван. Я взял на втором или. Смотри за гробы. Гробы, точнее. Сейчас, дам дым на 4. Дал дым на КТ. Давай, пошли. Молотов секрет дал. Секрет. Темная был. Тройка. Не знаю где. Тройку убил. Походу в смок с КТ меня убили. Убил КТ. Банан смотрю. Я красный, парни, живите. Один в церкви, по-моему. Да, в церкви чё. Можно смог дать церковь. Скилл банан. Церковь и КТ, церковь и КТ. КТ. Найс. Руш. Найс, парни. Сейчас будет эко. Ого, я банан пробегусь. Так, ребзя, да. Можно звук есть, раза в два больше сделать? Звук чего? Можешь мне флешку накидывать. Где купить майку ВП, желательно в Минске. Но в Минске я только фуплей могу посоветовать. Контрольте аркаду по главке. Больше я не знаю, где там еще продают мерч. Да близко, хорош. Алик, давайся. Б чисто, парни. Пошли. Один на главке. Пан, не надо стресс. На Б заходите. Давай. А капка-то нет. Я дам смок, это. Один КТ. Я баран смотрю. Хорош, ставлю хорош. Под катушки. Все, КТ нету больше. Один с ямы. АК забери мой, пожалуйста. Нахуй тебе этот фарм. Пацаны, два ВП в атаке плохо. На рез будем уходить к ним. Что ты хочешь, чтобы я Авик выкинул калаш? Не знаю, не знаю, не знаю, не думаю. Ну решай. Ну... Не, пускай будет, пускай будет. Полтора тип. Нарест. Там оба. Я думал, красным оставил еще. Хочешь, сейчас потеряешь. Один АК. В метро и один полтора. Лево два. Между первым медлом и вторым. Восьмерка ты там зашел. Канал. Парни, вот я контролил банан и сказал трижды, что уходим на рест. Я на респе. Извини. Бывает. Подобрали Авик? Да. То у меня 7000, хочешь, я тебе куплю? Так не в этом дело, у них девайса бы не было этого, скорее всего. Может, ты опять пойдем банан рейпать? Не, смотрите, мы рейпали банан, и сейчас можем сделать то же самое, что делали. На главку быстро зайти. Но, правда, у нас одно ВП осталось. Лёха законтролит. Да. Ковры. Окно. На балконе, тип. Авик банан уже. Блять, вот это тот же Авик. Забыл, забрал его. Второй там же с банана прожал. 15 кп у меня. Лонг аек. Пиздец. С банана типа двоем прожали на спину. Давайте сейчас опять тогда убьем банан. Хаешки надо туда ебашить, не каждый раунд просто поджимают рем. Да, надо их там оттуда открыть. Так же, так же, так же, так же. Через банан? Хаешки просто кинать.
4 хае, кидайте просто все. Хорош. Хорош. Проходить. Есть, за тремя, за тремя. Убил. Хорошо. Банан последний бежит. Я был. А, нет. Банан, банан последний. Федя убьет. Найс. Хорошо. Так, что у нас? Да можем ту же историю сделать. 4 хаяшки кинуть и все. Let's go. Планте, с планта смог дали. Дай флешки через верх. Дал одну. Дал вторую. И что, идем? Справа в упоре. Ай-яй-яй. Засада была. Хуёво, за тебя был, согласен. И еще 125 рублей еще от Асмодея. Сами решите. На что? Ходим. Спасибо. КТ. На пиво. Да-да-да, 150 целых. Вот нормально, у нас тут трешечка стоит, может еще трешку наберем до конца. Мне такую херню поставили. Ну не надо двигаться. Так я уходил. Смотри, вот здесь стоишь. Я хотел уходить, но мне поставили херню. Ну ты как только сказал, сразу начал уходить. Там реально это наш раунд был. Ты двух минусов, ну тупо изичи. Надо было выбирать бомбу. Ну и в дым давайте не ходить. Особенно вот которые они положили, типа туда вот эта смерть была. Я просто заспрейиваю. Сейчас дам флешку. Дал. В упоре один. Отошел обратно. На коврах, может быть. Тупо. Блять, ну нахер эти флешки, ну пацаны. Ну извини. Один главк. Прям. Я ушел. Я в коврах. Нахер. Я в метро. С тобой, Лёш. Слева тип? С бойлера вообще никого не вижу. Флешка ковры дали. Давайте нас зайдем сейчас. Нету. Он в 55 сидит просто на чел. Ничего нет. Библия! Минус 60. В спине на медляп. Пески. Пески, пески. О, да что не так? Быстро играть получается, видишь? Да не, они дымами нас, когда быстро начинают отрезать, мы ничего не можем. Давайте. Купите тейки с арморами. Только не под ноль закупайтесь. Идемте на главку опять прокатим. Банан уже пушит. Будка, будка. На балконе, да. Опа. Банан уже запушил. Бойлер и молотов. У нас тут три человека. Это сок. Сейчас Б будут пушить по-любому. Уже запушили, уже на медле типы. Бойлер, бойлер, тип. Бьете его? Так как вообще? На балконе. Он уже ушел. Минус 40. На медле никого нет, я в яме. Один главку чекает. А где он, Лёх, именно? 55, двое. Ленин так любит смог прыгать. Ну, сейчас была эко, и это была не самая плохая идея, если честно. Давайте на ничейку. Тут же нет ничей. Допы на допы. Допы! Хаешки на банан? Не. Давай, давай, РСП хорош.
Это он пишет. В упоре справа, хорош. Спина. Ой-ой. Так это не спина, пацаны. Нет? Это нет, не спина, это банан. Нихуя. Вот туда дым. Хочешь дам флешку тебе? Это не ММчик, пацаны. Да, тут поинтереснее парни играли. Да не, мы просто там вот у нас был такой один обидный раунд, когда мы ЭК отдали с одним кольтом. Раунд обидный у нас не один был. Я плакать буду сейчас. Ну можем еще одну?